Самый-то трындец я, конечно, уже пропустила. Я ее все отнекивала, отнекивала, она все равно залезла. Думаю, как же, что же будет, как она оттуда вылезет. Потом понимаешь, что эти штуки-то, ну, как бы, дырки там нету на чердак. И мне не придется ее доставать, как в прошлом или в каком бы, позапрошлом году она туда залезла. Загнали ее, будучи котеночком. Короче, сейчас просто покажу. Она вон там вот, с полки. Я услышала, думаю, что такое? Думаю, она в дверь, что ли, херначится? Она просто тут шарахалась. Она вон под эти бумажки, ну, картонки. Дедушка еще заделал, я не помню для чего. Ну, в общем, тут он потолок, чтобы заделан был. До того момента, пока не стала течь крыша, оно все было заделано. А потом вот она стала течь, я, соответственно, тоже отвалился. Короче, она вот туда залезла. Все-таки с третьей попытки залезла. Думаю, блин, чё, как же, как же. Залезла, посидела, видать, там мышами пахнет. И вылезла обратно. Ну, как бы она пришла домой с добычей. А там шарахается животное. Я думаю, у меня есть шанс, что завтра приедут гости. И вставать, ну... Короче, мне хотелось сегодня все-таки выспаться. А не как в прошлый раз, приезд, что она под ночь приходила и как бы это ждать, думать там, будет ее кто гонять, не будет гонять. Если будет кто-то гонять, допустим, то это каждые 5 минут подходить к окну и кошку ужахать, и ее спасать. Ну и это самое, на улице как бы холодно, ну не жарко, теплее, правда, чем вчера. Вот мы тут это обследуем все. А я печку как топила, но сначала мне сказали, сначала решили, что топить не будем. Сначала решили, что будем топить даже ради теплой, ну, сделать горячую воду в печке. Потом решили, что топить не будем, потому что дров мало. Потом я сюда прискакала, потому что меня осточертело в городе. И дела, которые меня просили сделать, я сделала. Ну и, в общем, я вчера, что-то у меня не получилось печку растопить. Сегодня я золу выгребла, печку растопила, собрала березовых веточек, что нападали с березы. Дурында, там эти, ящик для чистки старых рамок. Ну или просто для чистки рамок от этого самого. Ну, я тебя пущу туда, конечно. А может, не пущу. Потому что что тебе там делать, собственно? Залезешь в какой-нибудь диван, а потом не вылезешь. Как мне тебя оттуда доставать? Так вот, короче говоря. Сначала мне сказали, что дрова ценные. Ценные. И что они ценны, потому что их мало. А потом сказали, что какого хрена ты, типа, морозишься тут. Ну, мерзнешь, и можно топить и большими дровами. А больших дров дофига. Ну, и я это как-то... Сначала растопила вроде нормально, у меня вчера было плюс 9, когда я приехала. Я, так как не получилось потопить печку, я готовила на плитке, и у меня стало плюс 12. Потом стало плюс 11, ну и я побила свой рекорд, спала плюс 11. А сейчас у меня где-то, ну максимально у меня было где-то плюс 15, 16. Сейчас может чуть меньше, но плюс 15 было потом уже к вечеру. Я когда приехала с покатушек, попробовала ее растопить, но печка капризная, надо каждый раз выгребать золу, плюс она еще не остыла. У меня, конечно, не получилось ее протопить второй раз. И я плюнула, думаю, ладно, фиг с ним. Ну и вот, чтобы тепло, не вчера-то мы спали вместе с ней, всю ночь дома она была. И окна были закрыты, но чтобы свежий воздух был, щелочка вот тут была такая. Из избы в сени. И сегодня я подумала, что раз уж холодно, как бы, пусть щелочка будет в сени, и если она сама придет, ну хоть это, не придется беспокоиться, что там кошки ее гоняют. Плюс там какая-то кошка научилась по ходу дела прыгать в наше окно. И тоже не очень вариант. Разнесут мне тут всю избу, одна другую гоняя.
Ну, суть-то такая, что я взяла камеру, чтобы заснять, как это чучело тут лазает. Но у нас на крыльце уже несколько лет как бы специального света нету, там специального изначально и не было, там только розетка, и раньше висел фонарик такой. И я сегодня, гуляя по деревне в темноте, вдруг поняла, что я забыла на Озон или Вайтберрис заказать походный какой-нибудь, ну, кемпинговый фонарик. А вон она. Да, может, и не видно. Лазает тут. Вон вылазит. Все эти ящики пчелиные осматривают. Будто первый раз тут, короче говоря, на крыльце темно. Раньше я сюда когда ночевала на крыльце, лампу сюда настольную ставила, ну и еще тут какой-то свет был. Ну, короче, можно было включить. А сейчас тут как бы ничего, розетку не воткнуто. Да и вообще розетка отвечает за шланг, который на улице. Ну, то, что к нему там идет, вот эта основная проводка и так далее. Ну и, в общем, это. Поэтому туда не зайти-то можно, но темно будет. Мы, по ходу дела, поперлись на двор. На дворе у нас давно нету света, там что-то было с цоколем. А в прошлом году особо одаренный отсутствием разума человек, несмотря на все мои доводы, раскурочил вот эту розетку. Так ее и оставил. Уверяю, что дело в розетке, пришлось даже розетку брать по его воплям у соседей, потом оказалось, что дело внезапно все-таки в цоколе, как ему и говорили. Ну, в общем, раскурочить раскурочил. Денег за работу, я так понимаю, взял, а работу не сделал. Ну и, в общем, в коридоре, в смысле, на дворе света нет в итоге. Ибо даже если бы там и сделали цоколь, здесь уже розетку раскурочили. И вот я думаю, что надо этот кемпинговый фонарик все-таки купить. О, холодильник заработал. Чё ты там пытаешься делать? Дверь открывается, и та, и другая не там. В общем, купить сюда кемпинговый фонарик, чтобы, допустим, ну, на двор вечером выйти так вот, если вдруг. Или сюда, или просто вот посидеть у дома, чтобы свет был, когда темно уже. Короче, надо фонарик кемпинговый. В прошлом году что-то я так и не сподобилась купить ничего. В этом году я как-то прослопочила момента, когда я приезжала в город. То вообще как-то забыла. Вспомнила только, когда приехала. Ладно, я тут на 7 минут с лишним наговорила, мне еще там чай стынет. Второй раз, как сюда приезжаю, в первую ночь бытия, мне почему-то лезут в голову всякие люди, которые со мной общались в разные периоды жизни. И меня прям подмывает им написать во ВКонтактике. Если одну, допустим, я знаю, как найти во ВКонтактике, то вторую вообще не представляю. И мы с ней, наверное, лет 17 и не общаемся по ее инициативе. Я даже не знаю. Не знаю почему. Так странно. Лезут в голову люди, про которых как бы в обычное время и не вспоминаешь. Я как бы и не против с ними общаться. Но не все ж навстречу идти всегда. Вот она думает, что она выпустится из окна. Но мы ее не выпустим сегодня из окна. Я ей сказала, я ей даже поездила, говорю, Алиска, говорю, давай, я говорю, тебя в 8 выпущу из окна. Или даже в 7. Но ночь, говорю, давай проведем все-таки вместе. В избе. Можно свет включить. Будет посветлее. Зачем занавеску? В занавеску вцепилась. Вот вцепилась в занавеску, занавеску не открыть. А, она с двух сторон не в ту сторону залезла, дурочка. Она залезла между занавесками. Дурында. Дурында. Ты дурында, да? Умная, но дурында. Ладно, зритель. Наговорил я тебя тут с три короба. Пойду чай допивать, да спать надо. У меня уже, наверное, 11 с чем-нибудь тут. Надо глянуть, кстати, сколько. Сколько у меня времени-то? Ой, блин, у меня еще не то, что 11. У меня это... Без 15 и 12. Сейчас проверим точность времени по
телефону. Ну, я их, по-моему, на 3 минуты вперед ставила. У меня тут 42 минуты. Ну, короче, 12 практически. Привет тебе, зритель, если говорила, если не говорила вначале. И пока тебе, зритель, у меня как раз камера разряжается. А, да, можешь поддержать канал, если хочешь. Подписаться на Бусти и так далее. А теперь пока-пока.